Наталья Васильевна, завершается месячник по весенней уборке территории города. Скажите, пожалуйста, как подключились организации, как работают коммунальные службы и как ведется контроль со стороны администрации за выполнением этих работ? Ну, безусловно, уже третью неделю идет весенняя уборка нашего города и завершится на 28 числом общегородским субботником. К санитарной очистке города подключены практически все предприятия, организации, учреждения нашего города, коммунальные службы, безусловно, городские службы города, общественные организации, активные жители нашего Десногорска. Безусловно, без контроля результаты могут быть не совсем те, которые мы ожидаем и которые были изначально поставлены руководителем. Контроль глава администрации Андрей Николаевич Шубин осуществляет постоянно. Он достаточно часто ходит по городским территориям, по дворовым территориям, общественным территориям города, контролируя ход исполнения поставленных задач коммунальным службам, городским службам. Так и 26 числа в понедельник запланированный обход города. Андрей Николаевич без присутствия СМИ, без телевидения, мы вас не приглашали, обходили территории 1, 2, 3, 4 микрорайона, приглашали руководителей коммунальных служб, городские службы города, представители, руководители ЖЭО, начальники ЖЭО. Все были, дабы услышать комментарий по ходу выполнения работ. Где какие хвосты надо почистить, где что нужно подправить, потому что срок не такой уже, собственно говоря, большой остался к завершению нашей санитарной очистки города. А результаты должны быть максимальными и должно быть все достигнуто на 100%. Так работает наш хозяйственный, так работает наш руководитель города. Поэтому задачи были достаточно конкретные и четкие. МОП КПП получили обращение жителей, обращение главы и замечание главы на уборку мусора около подъездов. Должны быть соблюдены графики, должны более внимательно и четко координировать работу с городскими службами по вывозу мусора, обращать внимание на обращения жителей, более внимательно к этому относиться, потому что как и глава, так и я, как руководитель информационной службы, с большим вниманием и с уважением отношусь к обращениям наших жителей. Потому что именно жители живут в этом городе, чувствуют все изменения, недоработки, недовыполнение каких-то задач. И, собственно говоря, нам бы хотелось, чтобы их было по минимуму, да, чтобы работали коммунальные службы и обращений было поменьше. Что касается общегородского субботника 28 числа, мы приглашаем всех жителей города проявить инициативу и поддержать ту традицию ежегодную, которая, собственно говоря, по всей России проходит, выйти на субботник инвентарем. Всех обеспечим, поддержат наши коммунальные службы, поэтому всех приглашаем.